Всем привет, ребята, и сегодня у нас на повестке дня Sonic Generations Unleashed Mod. Я буквально вчера запустила эту игру, хотела пройти ее не на запись, хотела пройти ее на геймпаде, но, к сожалению, он как-то сливый геймпад, поэтому чтобы хоть что-то из воспоминаний осталось. Чтобы хоть как-то в голове зафиксировать, я решил пойти его назад. Давайте начнем. Sega. Почему именно Unleashed Mod? Unleashed Mod. Unleashed Mod это... Это... Сейчас скажу, что это. Это мод на игру Sonic Generations, который добавляет в Sonic Generations игру из предыдущей части серии Sonic Unleashed. Вот. Так. Что-то было слышно. Вот. Геймплей чисто за модерфоника. Вот. На самом деле мне немножко было обидно, потому что я давно мечтаю погонять в Unleashed. Понятное дело, что PSP у меня нет. А тут... красивенькие локации. Я очень хотел определенно где палить, как PS3, но вот не получилось, да, не так было. И тут все... А то я другим хуй не крылась. Ну, правда, не крылая, а такое... Немножко... Подумал. Ну, так что не было. Словили бат. Во. Ладно. Так. А Sony, оригинальную Sony, конечно, сейчас я приду уже на стриме. Поиграю здесь, конечно, это, ну, просто я еще говорю, в принципе, удобно. Интересно. Здесь я могу такие ловушки. Сейчас он меня подлично не засчитает. А, нет, смотрите. Да, он мне только ранг Д засчитал, ну ладно. Кладу на собственное. Андиш. Вот так. Сейчас я тут уже не буду так болтать и стараюсь побудься. Почему я не стал поиграть, именно вот мечтаю поиграть вот так, именно в Sonic, короче, потому что мне дико доставляет этот бузгуфай. Не, ну вы видели? Эй.
Как он космос пёс-точка, это обалденно. Не вовремя. Понимаю. Ну, конечно, канал построил, прям к фейвит, поэтому вот так все. Не успела. Кстати, я вот не понимаю, зачем вот этот платформу делали, если можно пролететь так же, вот как сейчас я это делал. О, великанчик. Что-то его уносит. Чему уносит? Вот главный вопрос. Нашей жизни. Если это... На мой взгляд, главная проблема Хичхокенджера. На котором делали Unleashed и Generations. Да я ж нажимала. Сейчас что-то побыл, а нет, не получилось. Блин. Баг. Иногда баги спасают. Сейчас уже вышло лучше. Так. Интересно, они тут детали взяли. Вот, и то сейчас пойдут мои любимые накатки свои. Вот, Рофт Бран, Мазуги, вот Чунал, кстати, я не очень люблю, я на нем каждый раз так остановилась. Этот, а еще этот мне очень нравится, Кул Дэй. Кулечки, вернее. И вот. И что мне нравится, вот. Эмпай Кики. Больно в нем музыка. Вообще, вот, лишь у него очень классная музыка. Я тут почти все уровни доставляю. И тут у нас уже идет конец нашего мода. Только что они не завезли Эрмаленд. Это было. Так. Ага. Так, ну давайте не будем тянуть из за одно место.
Мне, в принципе, Unleashed больше всех нравится, потому что там крутые уровни, крутая музыка, вообще дизайн очень классный. Видите, как пишется красиво, я не могу. Не советую туда походить на клавиатуру, потому что это кошмар я большой. В 2D это еще хоть как-то помогает, а вот в 3D только на видение. Мне что повезло. Бля. Черт, ладно. Я ж нажимала. Ладно, ничего. Так, а вообще главное не улететь его. Подлагивать немножко, но это уцелось. Видюха шалит. Блин. Да, ладно. Ладно. Не попала, уже не ладно. Корона льду. Да, почему не подписывался на этот лагерь? Эй, ехать. Или это фигня. Главное подняться наверх. Да и Пишкин тот. Ладно. Мне кажется, в оригинальном малыше такого не было. Okay.
Так. Да куда ты? Ладно. Бывает, да? Да почему? Ладно. Снова пуга. Я тут подумала, что даже кажется, что он еще не выходил до ПК. Это был бы кошмар. Да я пишу его. Да я ж попала, почему? Давай, давай. Не давай. Ладно. Я так понимаю, у меня штрим будет, и мне придется, пожалуйста, на штрим походить. Так, давайте вот прям полезу. Ага, все заново, да? Окей. Thank you.
Так. Есть. Сейчас. Только бы время не ушло. И только бы я. И. Я шпугнула в кольцо. И шпугнула в кольцо. Ну куда ты? Ладно. Есть. Почему сразу не ел? Жесть какая-то. Надо было сразу сделать. А нет, тут нет комнаты. Надо будет попозже. Ой, блин. Было что-то нельзя. Хе-хе. Я так тоже могу. Как красиво. Жаль, не посмотришь толком. Thank you.
Ловко. Где? Пока. Блин. Тут уровень. Чупу. Где? Странно похоже. И сказка тут. И кто так не улетает, только я. Тут уже просто. Погнали, отсюда вылупить твари. Это было странно. Весело. Так, ну я сверну опять на такой геймплей. И чего я не зачту. Блин, мне просто на клаве неудобно.
Поспал как-то. Вот, главное, занозы моего прошлого так. Классно, только у меня нет такой кнопки на клавиатуре. Я думаю, в конце прохождения будет ебать сесть. Бывает. И вот здесь моё покрытие тогда закончилось. Можно так сказать. Сейчас я надеюсь, оно тут не взорвёт. Блин, опусти. Пальцы, так и по одному. Во! Не обрывалось. Я не уследила. Я шлипнула, ладно. Вот. Прости. Thank you.
Конечно. Сейчас пробуем слова. Как можно было не попасть? Уже, да я не могу просто. Над собой. А сейчас уже лучше пошел проверять. Где мне надо делать ушко? Вот. Классно. Когда свет стоит. Okay.
четвертый. Да что тебе, ну как вам это нравится? Дешкин.
Я нагнул отпрыгнул. Сейчас, подождите. Нечестно. Ты тишка. Ладно. Let's
Я же говорила, что я догну ее. Так. Следующий уровень. Осталось всего ничего. Не очень-то и ничего, но ладно. О, классная. Вот это. А нет, это было он, блядь. Что хрена? Ага, то есть тут он уже всё. Поняла, поняла. Ну, проблемы на этим. Пока. Ладно. Все аккуратно. Видишь, что сам качество. Yeah.
Бля. Сейчас я вылетел не туда. А тут уже можно немножко поиграть. Классный здесь, кстати, обожаю его. Ну, предположим. Это он катится сам. Я все время забываю, что он тут катится сам. Так. А в чем прикол? Не поняла. Не долетела, ладно. Mm-hmm.
отстала. Thank you.
Есть! Есть! Наконец-то! Есть! Что на рангде? Да. Так. Точки его уровня, окей. Вы знаете, что-то о Sonic раньше на ПК я мечтать перестала. Посмотрю, как я... Живу тут. Красиво. Я не поняла, как это... Есть с помощью флагов. Как ты заголосили? Вот это да. Thank you.
Так, шоу. Ох ты! Я это чувство мало, да? Такое, так. Так, я запомнил, какую у меня кнопку D. А, Б, я поняла, Б.
Ты блестишь как. Жесть. Не вижу физику этой игры. Как он их не шип. Спасибо. Да вы издеваетесь. Thank you.
Я просто на кнопки. Не не получилось. Вот так дела делаются. Thank you.
Можешь кто-нибудь сказать, где конец этому уровня? Брат, я не могу. Я устала. Просто какой-то нереальный капец. Давайте в следующий раз попробуем снова. Я не представляю. Я хотела весь симулятор один раз, но, видимо, не получится. Это просто какая-то адовая жизнь. Так, короче, небольшой вердикт первой части. Не мечтайте о Сонике лично на ПК. Мечтайте о том, чтобы он никогда не появился.